сейчас запустим пожарный датчик. С помощью вот такого незатейливого приспособления, имитатора дыма, сотрудник щита компании по обслуживанию противопожарных сигнализаций проверяет работоспособность системы в доме. Срабатывает звуковое оповещение, лифты автоматически спускаются на первый этаж. Система противопожарной безопасности в этом доме работает исправно. И в случае реального возгорания в МЧС получат сигнал о пожаре, боевые расчеты приедут в считанные минуты на ЧП. С просьбой провести проверку системы жители многоэтажки обратились к членам общественного совета города. Обратились в администрацию, создали комиссию, то есть совместно с управляющей компанией тесно взаимодействием с администрацией, провели проверку противопожарной автоматической системы противопожарной безопасности в доме номер 5 по улице Горшина. Они боялись, что у них не работает система противопожарной автоматики. Убедились в том, что система находится в исправном состоянии и работает согласно установленному режиму. Кроме этого, комиссия проверила наличие и исправность пожарных рукавов. С этим также проблем не возникло.